Вот так вот, получается, внутри вот так вот. И... Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Здравствуйте. Вот. Проходим, друзья. Ну, понимаете, что несмотря на то, что приобрел самолет, все равно отстаиваю очереди и веду себя совершенно как обычный рядовой гражданин. Никаких особых привилегий, потому что все равно надо оставаться народом, так или иначе, понимаете? Мне надо туда поставлю часть, чтобы я смог туда... Достаточно жарко, что-то надо сказать производителям, чтобы они заботились о системе кондиционирования, наверное. Мне кажется, что да, вот что-то не устраивает особо. B22. Еще 7 рядов вправо. Туда еще, да? Убираться вот в багажный пункт. А куда мне идти? Туда, да, что вы сказали? Да, что-то я не понял. 22B. Это туда, ряд, это туда. Ага, все. Так, значит, все. Значит, вот так вот. Так, вот это надо положить. Я просто надо упаковать и положить. Короче, садимся. Что-то, конечно. Вот так, посмотрим, сейчас какое-то время уже будем там. Вот еще один тут стоит. Рейс. Но мы приобрели вот этот самолет, поэтому вот достаточно много людей внутри. Всегда понимаете, что стюардесс всегда гламурные, такие прикольные девушки. Вот это вот интересно очень. Их подбирают или как-то вот проводят какой-то кастинг, как и на конкурсе красоты, понимаете, или вот задаюсь вопросом. Может быть так, по росту, я не знаю, по телосложению, там, по определенным параметрам. Ну, поскольку приобрели самолет, сейчас нам тоже придется уже заниматься подбором персонала. Именно и по внешним данным, по интеллектуальным данным и так далее и тому подобное. Короче говоря, увидимся дальше. Сейчас отключаюсь, немножко отдохну, потому что почти с 4 часов не спал. Проснулся, посмотрел сегодня 7-8 точно сентября, посмотрел бой Хабиба, не удержался. В 4 часа утра посмотрел и после этого встал, кое-что перекусил. Пожарил филе семги. Вот сейчас покажу вам стюардессу нашу. Она прямо выглядит вот так вот. Так что увидимся, давайте.